Друзья, всем привет на канале Цех номер один. Приехали в Малышаново. Греем собак. Сейчас поедем на заимку. Ну, друзья, добрались до заимки. Дорога хорошая, ничего не видно, снег белый. Поедем на озеро. Деда рыбу будет ловить, а мы с Димкой самогон купить. Будешь, Диман, самогон? Не откажусь, наливай. Я не против, да? Вот оно наше озеро. Сейчас будем ловить живца и ставить шерлицы. Не знаю, как правильно обратиться. Кинологи, каюры, собачники. Где Андрей? Че смотрел в камеру, Паша? В камеру вообще ничего нету. А так поклевывает, да? А клюет хорошо, вон, наловили. Вот, поставили полчаса назад, уже одна сработочка есть. Дима, это, подыми. Это. Здесь это стандарт, 2 кг. Потому как тащит. Не очень. Короче, всех выловили здесь больших. Ну, заглотила по самое не хочу. Хорошо заглотил. Денежка. Что, оставим, да? Так, прям, не, да, этот, до кишок, да? Ну, ну-ка, это всегда так срабатывает. До костенела. Ну вот, друзья, утро. Поедем проверять жерлицу нашу. Друзья, приехали. Только что сработала жерлица. Не на... Вот так вот. Что-то мелкое нынче идет. Не торопись, потихоньку. Да что ты? Да что они сегодня какой-то это стандартик маленький. Вообще ни о чем, да? Судя по тому, как в прошлый раз у нас давили, тянешь оно 2 метра. О, это жирненькая, Диман. Желудки где-то уже. А это тянуть надо. Тяни. Вытаскивай. Опа, подожди, показался. Стоматологию пойдем работать с тобой потом. На пенсии. Не, я тоже на пенсии. Ты научишься сейчас. Вот это заглот, да? Да. Друзья, нашли озеро. Тайге. Вот такая вот к нему дорога. Она
навигатору пробивали дорогу на снегоходе, правда. Сегодня на собаках туда поехали. Дорога по тайге. Негде, если остановишься. Сейчас поедем с камеры, посмотрим, какая глубина. Вот. Лосиные следы. Да, такая же. Как будто другая будет. Лёд будет. Так, метр. 7 метров. Два. Хорошая глубина, тебе скажу, для этих озер. Вообще хорошая. Вот такой у нас перекус обеденный. Бабушка тебя вот увидит, как ты рыбачишь. С самогоночкой, с сальцом. Друзья, подъехали, сработала жерлица. Разматывалась и как раз встала. Ну, я тут думаю, либо заглотила, либо выплюнула. Либо заглотила и стоит. Ну, вообще, с моих жерлиц ни разу не сходили. У меня 100% реализация всегда. О. Давай, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Не, вот пошла упираться. В дырочку попала? Нет. Нет, еще. Она еще это. А, ну тогда. Хорошая, значит, раз вот так вот у нас сыграли двушки, трешки. Ну-ка давай, подержу, опусти камеру, посмотрим. Она и от лунки особо не отходит, то зараза. Да, она вот подошла и все, и вот. Вот я слабый даю она. Может, там палка какая-нибудь? Да не, ага, ну палка не играет, да? Так. Это сейчас сорожка на леске болтает. Это вот, все, понял. А это вот щука мерцает. Чуть ниже отпускаю. Тихо. Короче. Ну она вот она идет. Да, да, да. Вот она пошла. Пятерка будет. Ну да, это. Вот такие вот они и шли у нас всегда. Стандарт русский. Ты молчи. Хорошо будет. Дима. Да.
Все. Хорошая. Первая щука наша нормальная. Друзья, вот такое ветрище палатку отрывает. Такой ветер поднялся. Что-то легко тащится. Ну, в смысле, не сопротивляется. Давай, деда, Багор. Так, делал. А! Ёб твою мать. И по горлу надо. Сорожка чуть мельче этой щуки. Попали в снежную бурю. Вот такая вот нынче рыбалка. Рыбы нет. Ветрище, снег. Ну вот, друзья, проехали. По всем жерлицам ничего, снимаем сейчас. Такая погодка сегодня вот с утра, ни ветерка. Мороз, правда, 15 градусов. Был, сейчас уже теплеть начало. Вот лосиные следы здесь, лоси ходят. Друзья, завершилась наша рыбалка. Вот столько щук поймали. Крупных особо не было. Вон самая большая трешка, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и почти ведро сорожки. На этом всем пока. До новых встреч на канале.